К другим темам. До конца 2019 года в столице республики планируют отремонтировать более 1500 многоквартирных домов на общую сумму 5 700 миллионов рублей. Такие данные приводят в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства. По республике в целом в 2017 году капремонт охватил 1202 дома общей площадью почти 4,5 миллионов квадратных метров. На это потратили 3 миллиарда рублей. В Уфе за тот же период в рамках республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отремонтировали 420 домов на 1 300 000 000. В эту сумму вошел ремонт систем водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжения. В прошлом году более чем в 5 раз увеличились темпы замены лифтов. Обновили более 270 штук, из них 199 на условиях рассрочки платежа. В текущем году эту цифру планируют увеличить вдвое. На эти цели из бюджета региона дополнительно выделили 200 миллионов рублей.